осенью этого года труппа Котласского драматического театра открывала новый сезон уже не в своем родном здании. Базируются артисты, а также большинство цехов теперь во Дворце культуры. Правда, парадный вход видят тут только зрители. А вот это обшарпанное крылечко с торца и есть вход для работников театра. Внутри еще мрачнее, чем снаружи, темные узкие коридоры, где кое-как пытаются разойтись артисты с другими работниками театра. Тут же костюмы и реквизит. 5 минут. Либо тудым, либо сюдым. Привет. 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 Вот те предполагаемые обстоятельства. Мы не можем себе позволить неделю, чтобы нам дали сцену Котласский дворец культуры. Нам как минимум надо 3 генеральных репетиции, как минимум 3, что называется, световых дня на постановку света, звука. Но, несмотря на все трудности, сезон отработали и планку не опустили. Спектакли нашего театра все так же любит зритель, а аплодисменты поддержки звучат как будто еще громче. Наши котласские любимые артисты, мы будем их смотреть где угодно. Вот наши артисты – это наши артисты, это не московские. Наши артисты могут играть на любой сцене. 9 премьер, гастроли. Причем ставить спектакли с нашей труппой приезжали и приглашенные режиссеры. Репетиции часто в авральном режиме. Дележка сцены с коллективами Дворца культуры и Гаммы. Технические неполадки. Так на сцене ДК кричать артистам приходится буквально на разрыв. Акустика здесь, мягко сказать, не очень. Летает все, отражает. Звуковая диффузия страшная. Мысленный посыл в последний ряд этого зала. Петь еще сложнее. Тем не менее, и пели, и плясали. Сезон прошел на достаточно высоком уровне. У нас очень неплохие были постановки, которые мы прям радуемся. Мы понимаем, что даже это уровень не Котласа, и нам не стыдно будет их, и мы их и вывозили. Я надеюсь, что куда-то еще вывезем. Кроме того, за несколько месяцев удалось оборудовать малый зрительный зал. В начале сезона здесь были голые стены. Сейчас ряды кресел, балкон, кулисы. Практически готова вся аппаратура. И уже в следующем сезоне сюда будут приходить зрители. Это, конечно, будут более камерные спектакли. Всю труппу тут не задействуешь. Зато качество звука отменное. Массовые постановки также будут проходить на больших сценах ДК и Гаммы. Ну а завтра закрытие сезона. Уже полюбившийся многим спектакль «Горе от ума». Начало 18 часов.